В Саратовской области стартует очередная программа летнего отдыха детей. Об организации досуга говорили на заседании регионального правительства. В этом году работать будет свыше 1000 оздоровительных учреждений области. В них смогут отдохнуть около 70 тысяч детей. Подробности в нашем следующем материале. Последние звонки отзвенели, и первых посетителей готовы принять большинство оздоровительных лагерей Саратовской области. В этом году организованным отдыхом планируют охватить 70 тысяч детей. Впервые 2000 подростков отправятся на побережье Крыма. Остальные отдохнут в лагерях Саратовской области. Этим летом двери распахнут в 1000 региональных учреждений. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Несколько пришлось закрыть. В связи с чрезвычайно засушливой весной и низким дебитом водяной скважины на предстоящий сезон приостановлена деятельность лагеря «Ветерок» Озинского района. Проблема организации отдыха детей названного района будет в полном объеме решена за счет увеличения путевок и направления детей в другие лагеря Саратовской области и за ее пределами. Цена путевки за смену в оздоровительном лагере 12 500 рублей. Вроде не сильно кусается, говорят чиновники, но нужно предусмотреть и места для тех, кто не может позволить себе такой отдых. 14 тысяч путевок приготовят для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Безопасность всех отдыхающих будут обеспечивать специалисты Роспотребнадзора, полицейские и спасатели. Обратить внимание надо все-таки на безопасность. Кроме всего, как там охранное порядка и все остальное, на природные явления. Это клещи, это мышиная лихорадка. Особенно на это просил бы обратить внимание. Все эти обработки, они должны быть заблаговременны в процессе. Комары, они тоже предостаточно сейчас всего этого. Но этим летом дети будут не только отдыхать. На предстоящий сезон запланировано временное трудоустройство 40 тысяч подростков. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.